Привет, Арсений. Значит, Гамбит выигрывает у Godsend. Что скажешь? Мне понравилось, что удалось в который раз проанализировать матч Гамбит. И дважды я делаю выводы, что Гамбиты должны вроде как побеждать, и они побеждают. Все читалось. Тут вопрос к организаторам больше. Почему одна команда три карты вычеркивает, другая две? И, соответственно, Гамбиты, как команда больше высшего посева, она банит три карты. И, соответственно, все свелось к оверпассу и даст втором. Если был бы даст второй, тогда вообще, мне кажется, мог бы быть разгром. Оверпасс карта, судя по всему, не очень стабильная у команды Gambit Gaming, но какие-то выводы они сделали после провальной игры с Pride, например. Ну и, соответственно, на оверпассе мы увидели очень уверенный дефенс. Все могло закончиться 14-1, там пару ошибок. Ну а во второй половине отличная эко, и в итоге затащили свою карту. Команда Gambit выиграла то, что должна была выигрывать. Мы заходим в комнату команде Gambit. Замечаем. Моу! Алло! Я тебя реально не слышу. Бомбил всех с собой. Здорово, Миша.